21 октября по народному календарю отмечается праздник Трифона Пелагеи. Другие названия этого дня – починки, ознобицы, ознобуха. В этот день, готовясь к наступлению холодов, крестьяне осматривали и чинили теплую одежду, по необходимости покупали новую. В народе говорили: «С Трифона Пелагеи все холоднее и холоднее. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет». По православному календарю в этот день именины празднуют Амвросий, Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр. По традиции, крестьяне в этот день, пока вода коркой не покрылась, опускали на дно водоемов бочки с домашними заготовками, засоленными огурцами, квашеной капустой. Это было удачное изобретение русского народа. Под льдом температура воды не опускалась ниже нуля, поэтому продукты не портились и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки с оленьями, и на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы. Также с этого дня по традиции начинали готовить новые поля, рубили и выжигали лес. Приметы погоды на 21 октября. Облака низко плывут, жди сильных морозов в ближайшее время. Мыши делают норки на теплой стороне. Примета, что зима будет холодной и морозной.